Дорогие друзья, уважаемые коллеги, спешу сердечно поздравить вас с началом нового учебного года. Это всегда волнующее событие и для преподавателей, и для студентов, и, конечно, особенно для первокурсников, тех, кто одержал первую серьезную победу в своей жизни. Дорогие студенты, вы молодое поколение, наша надежда на благополучие, процветание нашей страны. Желаю вам настойчивости и больших успехов в освоении выбранной специальности и профессии. Особые поздравления и пожелания успеха в этот день нашим первокурсникам. Вы по праву стали студентами Академии управления городской средой, градостроительства и печати. Уверен, что поступив в Академию, вы сделали правильный выбор. Этот год для Академии особенный. Он отмечен 90-летним юбилеем со дня основания. Опыт предыдущих поколений и новаторство в работе педагогического коллектива позволили нашей Академии стать одним из ведущих учебных заведений не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Свой юбилей Академия встречает как современное многопрофильное образовательное учреждение, где на трех площадках ведется подготовка кадров по 20 востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. Академия – это уникальный учебно-методический центр с богатейшей историей и традициями, огромным образовательным и кадровым потенциалом, творческая атмосфера, коллектив опытных преподавателей, инновационный подход к стандартам образовательного процесса, применение дистанционных образовательных технологий позволит вам получить качественное образование. В этом учебном году впервые началось обучение профессии графический дизайнер, который входит в перечень топ-50 наиболее востребованных на рынке труда. Учеба в Академии – это не только интересные лекции и увлекательные практические занятия, но и спортивные соревнования, конкурсы профессионального мастерства, конференции и другие мероприятия. Обучаясь в Академии, вы сможете принять участие в различных межрегиональных и международных конкурсах. На протяжении ряда лет Академия является организатором таких международных конкурсов, как «Дефиле», «Профмастер ОК», «Нордбридж». И вот уже скоро, осенью этого года, Академия будет принимать на своей площадке участников национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» по компетенции «Ландшафтный дизайн». В условиях развития дистанционных технологий пусть неизменным останется для вас командный дух, умение находить эффективные решения для самых амбициозных задач. Наступивший учебный год имеет свои особенности, поэтому прошу вас отнестись особенно внимательно к своему здоровью и здоровью своих родных и близких. Желаю нам всем в новом учебном году творческой энергии, новаторства и, конечно же, вдохновения.